Так, уважаемые коллеги, всего из 23 членов Совета, утвержденного приказом председателя ВАК Российской Федерации, у нас присутствует 16 членов Совета. Количественный кворум обеспечен. По специальности сердечно-сосудистой хирургии, гриф 140126, присутствует 5 членов Совета. Качественный кворум также обеспечен. Разрешите объявить заседание открытым. На повестке дня у нас защита диссертации на соискание ученой степени кандидата медицинских наук Кириллова Кирилла Олеговича. Тема «Алгоритм хирургического лечения врожденных пороков сердца в условиях Волгоградского областного кардиоцентра». Слово предоставляется ученому секретарю. Кириллов Кирилл Олегович, 85-го года рождения, в 2007 году окончил государственное бюджетное учреждение Волгоградский государственный медицинский университет с присуждением квалификации врача по специальности лечебное дело. С 2007 по 2008 учился в интернатуре на кафедре общей хирургии. Далее в клинической ординатуре по специальности сердечно-сосудистой хирургии в нашем учреждении. Дальше проходил обучение в заочно-академической аспирантуре по специальности сердечно-сосудистой хирургии на базе нашего центра, где и выполнена работа одновременно с Волгоградским областным клиническим кардиологическим центре. Прошла апробацию на объединенной научной конференции кафедры факультетской хирургии с курсом эндоскопии, эндоскопической хирургии и ряда других клиник Волгоградского областного клинического кардиологического центра 4 июня 2014 года под председательством профессора Мозгового. Официальным рецензентом выступали профессора Рябинов и Новиченко. Также прошла апробация в нашем центре 18 июня 2014 года под председательством КИМа. Рекомендовано к защите 3 статьи ведущих рецензированных научных изданий, всего 4 работы. Экзамены все сданы на отлично и хорошо. Характеризуется как квалифицированный специалист, соответствует документам полностью положению ВАК. Есть вопросы по справке? Нет, да? Тогда, Кирилл Олегович, вам предоставляется 20 минут для изложения основных положений вашей диссертации. Глубоко уважаемый Владимир Петрович, глубоко уважаемые члены ученого совета, коллеги, разрешите представить вашему вниманию результаты нашего исследования на тему алгоритм хирургического лечения врожденных пороков сердца в условиях Волгоградского областного кардиологического центра. Целью данного исследования явилось определение алгоритма хирургического лечения врожденных пороков сердца на территории Волгоградской области и его оптимизация посредством разработки и внедрения регионального регистра врожденных пороков сердца. Исходя из поставленной цели, были сформулированы следующие задачи. Это первое – изучить алгоритмы и результаты кардиохирургической помощи пациентам с врожденными пороками сердца на территории Волгоградской области. Второе – оценить эпидемиологию и структуру врожденных пороков сердца в детской и взрослой популяции в регионе. Третье – изучить доступность кардиохирургической помощи пациентам с врожденными пороками сердца на территории Волгоградской области. Четвертое – разработать и внедрить региональный регистр врожденных пороков сердца как метод оптимизации алгоритма кардиохирургической помощи пациентам с данной патологией, диспансерного наблюдения за пациентами и получения достоверных данных об эпидемиологии врожденных пороков сердца в регионе. Пятое – оценить первый опыт применения регионального регистра ВПС на территории Волгоградской области. Для выполнения исследования проведен сравнительный анализ результатов хирургического лечения 139 пациентов, прооперированных в кардиохирургическом отделении нашего центра с января 2010 года по декабрь 2012 года. Из них в возрасте от 3 до 18 лет было 60 пациентов, взрослых пациентов 70, в группе детей 79. В группе детей с врожденными пороками сердца было 32 девочки, 28 мальчиков. В группе взрослых пациентов с ВПС 40 женщин, 39 мужчин. Средний возраст пациентов в группе детей составил 7,6 лет. В группе взрослых 42,7 лет. Следует оговориться, что дети до 3 лет не включены в наше исследование вследствие разрозненности пороков по структуре, малочисленности данных пациентов и невозможности проведения статистической обработки результатов лечения. В структуре врожденных пороков сердца у детей, как видно из данного слайда, преобладают дефекты межпритерной перегородки, дефекты межжелудочной перегородки и коартация аорты.
Дефект в структуре выраженных пороков сердца в группе взрослых пациентов, как мы видим, преобладает дефекты межпредсердной перегородки, стеноза аорты, частично аномальный дренаж. В детской группе недостаточность кровообращения первой стадии была у 72% пациентов, 2 у 28% пациентов. Во взрослой группе недостаточность кровообращения 2 стадии была у 53% пациентов, 2Б у 46% пациентов. В структуре оперативных вмешательств в группе детей преобладают радикальные коррекции порока, выполненные в большинстве своем случаев в условиях искусственного кровообращения. В структуре оперативных вмешательств в группе взрослых пациентов также преобладает радикальная коррекция выраженных пороков сердца в подавляющем большинстве, выполненных в условиях искусственного кровообращения. Позвольте представить результаты хирургического лечения выраженных пороков сердца в ближайшем послеоперационном периоде по данным эхокардиографии. У детей с врожденными пороками сердца, по данным эхокардиографии, после оперативного лечения наблюдались положительные изменения показателей гемодинамики. В частности, у пациентов с дефектами межпредсердной перегородки статистически достоверно уменьшились размеры правого предсердия, правого желудочка, легочной артерии, скорости на клапане легочной артерии. У пациентов с дефектами межжелудочной перегородки в детской группе статистически достоверно уменьшились размеры конечно-диастолического размера левого желудочка, легочной артерии, скорость на клапане легочной артерии. У детей с картацией аорты статистически достоверно изменились показатели в лучшую сторону конечно-диастолического размера левого желудочка, задней стенки левого желудочка, градиента на перешейке аорты. У взрослых пациентов также наблюдались положительные изменения показателей гемодинамики, в частности, у пациентов с дефектом межпредсердной перегородки наблюдались положительные изменения размеров правого предсердия, правого желудочка, давления в легочной артерии, и на скорость на клапане легочной артерии. Стоит заметить, что у данных пациентов также статистически достоверные изменения были в виде уменьшения недостаточности на трикуспидальном клапане. У взрослых пациентов со стенозами аорты статистически достоверны были изменения уменьшения конечно-диастолического размера левого желудочка, межжелудочной перегородки, задней стенки левого желудочка, градиента на аортальном клапане. Также у данных пациентов статистически достоверны были изменения в положительную сторону в виде уменьшения недостаточности на митральном клапане. У взрослых пациентов с частично аномальным дренажом статистически достоверны были видны изменения в виде уменьшения правого предсердия, правого желудочка, давления в легочной артерии, размеры легочной артерии, скорость на клапане легочной артерии. Вашему вниманию представлена структура послеоперационных осложнений в детской группе. Как мы видим, преобладал в 18,3 случаях постперикардиотомный синдром. Летальность в данной группе составила 0%. В структуре послеоперационных осложнений у взрослых пациентов, как мы видим, также преобладал постперикардиотомный синдром 38%. Летальность в данной группе составила 2,5%. Два пациента погибло в раннем послеоперационном периоде на фоне прогрессирующих явлений сердечной недостаточности. Вашему вниманию представлены данные качества жизни пациентов детской группы в отдаленном послеоперационном периоде. Эти результаты получены на основании письменного анкетирования 13 пациентов и по результатам тест-опросника SF-36. Как мы видим, у данных пациентов преобладали повышенные показатели качества жизни, однако такие показатели, как физический компонент здоровья и психологический компонент здоровья, находился на среднем уровне. Мы проанкетировали 45 взрослых пациентов изучаемой группы, в которых, как мы видим, у данных пациентов отмечался повышенный показатель качества жизни. Однако у такого показателя, как ролевое эмоциональное функционирование, физический компонент здоровья и психологический компонент здоровья, данные показатели оказались на среднем уровне. В Волгоградском областном кардиологическом центре общепринятый алгоритм хирургического лечения пациентов с врожденным пороком сердца отсутствовал. Однако при изучении первичной медицинской документации
пациентов с ВПС, пролеченным в нашем центре, в том числе и 60 детей, и 79 взрослых пациентов в изучаемой группах, можно сделать вывод, что дооперационное обследование, лечение в послеоперационном периоде осуществлялось по определенному алгоритму, представленному на данном слайде. Однако, по нашему мнению, у данного алгоритма есть определенные недостатки. Первое – это отсутствие объективных данных о распространенности и структуре врожденных пороков сердца в регионе. Второе – это отсутствие анализа доступности кардиохирургической помощи пациентам на территории Волгоградской области. Третье – это отсутствие диспансерного наблюдения с оценкой отдаленных результатов хирургического лечения данных пациентов. Четвертое – это отсутствие четкого деления пациентов на группы ВПС, влияющие на качество жизни и гемодинамику. Разработка регионального регистра врожденных пороков сердца, по нашему мнению, может стать значимым методом для устранения данных недостатков. Тем не менее, указав недостатки представленного алгоритма, мы изучили и представляем вашему вниманию официальные статистические данные по эпидемиологии врожденных пороков сердца в нашем регионе, основанные на обращаемости пациентов. Общая заболеваемость врожденных пороков сердца в Волгоградской области носит тенденцию к увеличению. Так, в 2010 году она составила 13,78 на 1000 детского населения, а в 2012 году данный показатель был равен уже 16,76 на 1000 детского населения. Стоит отметить, что данные показатели превышают общероссийские в 1,22. За аналогичный период времени показатель общей заболеваемости ВПС у взрослого населения менялся незначительно в Волгоградской области. Данная тенденция прослеживается и в среднем по Российской Федерации. На данном слайде представлена структура врожденных пороков сердца по данным Волгоградского областного клинического кардиологического центра, основанная также на обращаемости. И как мы видим, из данной структуры преобладают дефекты межпритерной перегородки, дефекты межжелудочной перегородки и открытые артериальные протоки. Нами оценена доступность кардиохирургической помощи детям с врожденным пороками сердца на территории Волгоградской области, и она неоднозначна. Как мы видим, данный показатель в несколько раз выше в городе Волгоград, в отличие от города Спутника Волжский и других муниципальных районов региона. Следует заметить, что принципы статистического учета, существующие в Российской Федерации, отражают лишь общие тенденции эпидемиологической ситуации в регионах. Таким образом, обоснование разработки внедрения регионального регистра ВПС следующее. Первое – это получение достоверной информации о распространенности и структуре врожденных пороков сердца на территории Волгоградской области. Второе – это повышение доступности и своевременности хирургической помощи детям с ВПС в регионе. Третье – оптимизация алгоритма хирургической помощи пациентам с врожденными пороками сердца на территории Волгоградской области. Четвертое – оптимизация диспансерного наблюдения за пациентами с ВПС и оценка отдаленных результатов хирургической коррекции пороков. Пятое – планирование и обоснование объема финансирования, необходимого для оказания высокотехнологической медицинской помощи на территории Волгоградской области. Региональный регистр врожденных пороков сердца разработан в тесном сотрудничестве Волгоградского областного клинического кардиологического центра и научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Программное обеспечение утверждено приказом номер 54 28 февраля 2014 года. По материалам исследования предложены методические рекомендации по ведению данного регистра. Критерием включения в регистр является постановка данного диагноза. Критерием исключения является исключение данной патологии, переезд пациента в другой регион или страну. У данного регистра имеется три основных раздела. Это первичная регистрация, поликлиника и стационар. Раздел «Первичная регистрация» предназначен для внесения первичной информации о пациенте и включает паспортные, анкетные данные, дату и место постановки диагноза, сам диагноз код МКБ. Номер страхового медицинского полиса и СНИЛС являются идентификационными для исключения повторной регистрации одного и того же пациента. Раздел «Поликлиника»
предназначен для внесения информации о амбулаторного обследования. Он имеет несколько подразделов. Это клинический осмотр, инструментальные исследования, в которые входит электрокардиограмма, эхокардиография, качество жизни, которое оценивается по результатам тест-опросника СФ-36, и заключение обследования. Да, в данном разделе указываются результаты амбулаторного обследования, где пациенты группируются по тяжести состояния и влиянию врожденного порока на качество жизни и гемодинамику. И указывается также дата контрольного осмотра в поликлинике. Раздел «Стационар» предназначен для внесения результатов стационарного обследования и лечения. Данный раздел аналогично разделу поликлиники, имеет такие подразделы, как клинический осмотр. Однако подраздел «Инструментальное исследование» представлен несколько в широком виде. Здесь добавлены также данные о рентгенографии грудной клетки, компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, зондировании полостей сердца и ангиокардиографии. Подраздел «Консервативное лечение» включает перечень использованных лекарственных препаратов, упорядоченных по фармакологическим группам. Подраздел «Хирургическое лечение» включает дату операции, название, срочность, этапность, длительность искусственного кровообращения, искусственной вентиляции легких. Подраздел «Осложнение» включает осложнение основного заболевания и оперативного вмешательства. Подраздел «Исход» включает один из вариантов исхода проведенного стационарного лечения, количество койко-дней и дату контрольного осмотра в поликлинике. Нами предложена схема оптимизированного алгоритма кардиохирургической помощи пациентам с ВПС на территории Волгоградской области. И как видно из схемы, данный алгоритм обеспечивает: первое – это регистрацию всех пациентов с врожденными пороками сердца с определением распространенности, структуры и доступности кардиохирургической помощи. Второе – полноценное обследование с оценкой тяжести состояния, определением тактики и срочности хирургического лечения. Третье. Регистр обеспечивает диспансерное наблюдение с оценкой отдаленных результатов хирургического лечения. Кроме того, региональный регистр, то есть алгоритм, определяет взаимодействие Волгоградского областного клинического кардиологического центра с другими лечебными учреждениями Волгоградской области, с федеральными центрами, с Комитетом здравоохранения Волгоградской области и ТФОМСом, что в конечном итоге определяет стратегию развития кардиохирургической службы. Позвольте выводы и практические рекомендации не зачитывать, они представлены в авторефератах. Благодарю за внимание. Так, какие возникли вопросы в процессе доклада? Да, конечно. Профессор Ключников. Да. Спасибо большое за вопрос. В рамках нашего исследования данный вопрос не изучался, однако в последующих наших научных исследованиях мы обязательно этот вопрос изучим. Однако следует добавить, что я во время доклада сказал, что данные пациенты, они несомненно есть. И эти пациенты малочисленны. Структура их разрознена, и, к сожалению, в данный момент времени на статистическую обработку, чтобы иметь достоверные результаты, нам не удалось сделать. Поэтому мы в данный момент времени взяли именно пациентов от 3 до 18 лет и старше 18 лет. Спасибо. Тактика, она в последующем будет изучаться, но, несомненно, эти пациенты, они попадают в наш центр, и часть из них оперируется у нас. Это пациенты, которые поступают к нам по срочным показаниям или экстренным показаниям. В плановом порядке эти дети оперируются как в нашем центре, так и в других федеральных центрах. Спасибо.
Скажите, вот в отношении, для того, чтобы построить алгоритм, нужно же как-то выявить эти пороки врожденные. Скажите, вот анализировали ли вы вот оснащенность вот этих амбулаторных и стационарного типа учреждений эхокардиографическими установками, например, аппаратами? Это первый вопрос. Второе, достаточно ли обеспеченность кардиологами, детскими кардиологами, я имею в виду, ну и которые, как говорится, понимают, что такое врожденный порок сердца. И третье, как часто, допустим, и это тоже изучалось ли вами, как проходят они специализацию, образование их, достаточно ли квалификация этих людей? Спасибо большое за вопрос. В рамках нашего исследования данные вопросы они на данный момент времени не изучались. Однако в последующих исследованиях, я думаю, эти вопросы также будут затрагиваться. Мы в нашем программном обеспечении региональный регистр врожденных пороков сердца, вот в разделе «Первичная регистрация» мы указываем, там есть определенная графа «Место» и «Дата постановки диагноза». То есть по данной информации мы можем вообще понять, а в каких лечебных учреждениях данный диагноз ставится, и вообще правильно ли они ставят эти диагнозы, или какие-то в ходе диагностики совершаются ошибки. Такую информацию мы можем получить, а по результатам данного получения данной информации мы уже сможем ее проанализировать и понять, а какова реальная ситуация на местах в плане и диагностического оборудования, и самой компетенции специалистов. Спасибо. Еще есть вопросы? Пожалуйста, доктор Юрлов Иван Александрович. Как вы считаете, вот этот тренд большего выявления врожденного сердца, прежде всего, в детской возрастной группе, он связан с общероссийской тенденцией расширения, улучшения как-то, оказания такой помощи? Или вот тестирование того регистра, который вы сейчас заложили, о котором вы сейчас рассказываете, способствовало такому тренду? Спасибо большое за вопрос. Та тенденция, о которой вы говорите, ответить на причину данной тенденции однозначно в данный момент времени я не могу. Но я могу предположить, почему так происходит. В своем докладе я делал акцент на том, что статистический учет пациентов, в том числе и врожденной патологии сердца, в Российской Федерации основан на обращаемости. И это реальная проблема, потому что один и тот же пациент может поступить в лечебное учреждение не один раз, а несколько, а может и в другое лечебное учреждение поступить с той же патологией. А есть группа пациентов, которые вообще за медицинской помощью не обращаются. Таким образом, эпидемиологическая картина в целом она искажена. И регистр, по нашему мнению, он позволит внести ясность в эту проблему. Спасибо. Еще, пожалуйста. Нет вопросов, да? Присаживайтесь, пожалуйста. Слово предоставляется научному руководителю, доктору медицинских наук, академику РАН ИРАМ Леонтоновичу Бакирия. Уважаемый Владимир Петрович, уважаемые коллеги, я решил поддержать Кирилла Олеговича, потому что как раз увидел то, вот, к чему сегодня были направлены к нему вопросы. Я увидел человека, который искренне заинтересован в своей специальности. Он хочет понять процессы, которые происходят. Он хочет понять, почему сохраняются некоторые негативные явления, почему не осуществляется всеобщий охват страны. Он организовал региональный чек-лист. Вот, и привлекает в Кирилла Олеговича его, так скажем, уровень образованности,
его профессионализм, его понимание своей роли врача. И мне показалось, он у нас проходил обучение в нашем центре, и мне показалось, что этот человек, вообще-то говоря, интересен и для нашей медицинской науки, и для нашей организации здравоохранения. И поэтому я могу вот с этими словами, с этими надеждами на молодого ученого рекомендовать его нашему ученому совету. Спасибо. Спасибо, Иван Александрович. Так, слово предоставляется ученому секретарю для оглашения письменных отзывов, поступивших в наш ученый совет на диссертацию и автореферат. У нас имеются отзывы от двух организаций, в которых проводилась работа. Это из Волгоградского государственного медицинского университета и нашего центра. Отзыв из Волгоградского медицинского университета был дан 4 июня 2014 года, даже проведена апробация под председательством мозгового Павла Васильевича, заведующего курсом сердечно-сосудистой хирургии кафедры факультетской хирургии, доктора медицинских наук, профессора. Присутствовали кафедры факультетской терапии и сердечно-сосудистой хирургии, кафедры кардиологии, функциональной лаборатории диагностики. На заседании присутствовали заведующие, ассистенты курса, доценты курса, кандидаты медицинских наук, доктора. Всего 30 человек, все за. Отмечается актуальность, подчеркивается, что весь материал лежит в архивных историях болезни. Связь темы диссертации с научно-исследовательским работой, но уже центра Бакулева. Диссертационная работа входит в комплексную тему «Врожденные пороки сердца у взрослых» нашего центра. Соответствие документальных данных представлено актом проверки первичной документации, подписанной в составе всеми заведующими и председателем конференции. А конкретно лично участие автора состояло в оказании кардиохирургической помощи пациенту с врожденным пороком сердца, представлено в исследовании. Изучалась эпидемиология врожденных пороков на территории области, оценена эффективность оказания кардиохирургической помощи, обоснована целесообразность разработки регионального регистра врожденных пороков сердца, который автор внедрил. Представлен первый опыт внедрения регионального регистра уже на практике. Отмечается новизна и актуальность, и практическая значимость работы, даны полностью сведения о публикациях. Также в нашем отзыве из нашего центра отмечается и актуальность, то есть больше оценивается научный аспект темы, что она лежит в рамках комплексной темы и утверждена на заседании ученого нашего центра «Врожденные пороки сердца у взрослых». Конкретно личное участие заключалось в том, что самостоятельно провел подробный анализ современной литературы, изучена заболеваемость, оптимизирована кардиохирургическая помощь пациентам с врожденными пороками, оценен первого применения этой помощи. Заключение было принято на заседании Объединенной научной конференции отделения реконструктивной хирургии новорожденных детей первого года жизни с врожденными пороками сердца нашего центра. Присутствовало на заседании 16 человек, все за. Проведено под председателем Кима Алексея Ивановича. Ведущая организация, Федеральный научный центр трансплантологии искусственных органов имени академика Шумакова, дала отзыв о научно-практической значимости без замечаний. Также отмечается новизна исследования, актуальность, научно-практическая значимость работы, данные рекомендации по использованию результатов выводов на практике для оценки результатов применения оптимизированного алгоритма хирургической помощи пациентам с врожденными пороками сердца, основанного на региональном регистре врожденных пороков сердца на территории Волгоградской области, необходимо продолжать данную научную работу. Вместе с тем, учитывая имеющийся положительный клинический опыт использования регионального регистра врожденных пороков сердца, материалы диссертации могут использоваться при организации региональных регистров врожденных пороков сердца на территории Российской Федерации. Дана характеристика работы по главам. Их много, их шесть.
Кроме того, имеется отдельный результат, отдельная глава по обсуждению и заключает, что диссертация является научно квалификационной работой, содержит новое решение актуальной научной задачи, оптимизация алгоритма хирургического лечения врожденных пороков сердца на основе использования регистра врожденных пороков сердца, что имеет большое значение для сердечно сосудистой хирургии. Диссертация отвечает всем положениям ВАК. Отзыв был обсужден на научной конференции отдела кардиохирургии, трансплантации сердца и органов Института трансплантологии органов и тканей имени Шумакова и подписан руководителем кардиохирургического отделения номер один этого центра доктором медицинского профессором Семеновским. Имеется ряд отзывов, они все положительные, без замечаний. Рекомендую диссертацию с положительным решением по защите, подчеркиваю актуальность и новизну, а также практическую значимость работы, поэтому я прочту только от кого. Первый отзыв от руководителя кардиохирургического центра Воронежской областной клинической больницы номер один доктора медицинских наук профессора Ковалева Сергея Алексеевича. Другой отзыв от Емельянова Светланы Анатольевны, главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Волгоградская областная детская клиническая больница, кандидат медицинских наук. Еще один отзыв поступил от заместителя главного врача по детской кардиохирургии областного кардиохирургического центра из Саратова Носачева. И еще один отзыв от Лушкина Андрея Владимировича, кандидата медицинских наук, заведующего отделением кардиохирургии Института хирургии имени Вишневского. Все положительные, все рекомендуют положительное решение по защите. Поскольку замечаний нет, мы можем перейти к обсуждению и разрешить предоставить слово официальному оппоненту, кандидату медицинских наук Тараяну Марату Владимировичу. Глубоко уважаемый Илья Антонович, глубоко уважаемый Вадим Петрович, уважаемые члены ученого совета, позвольте выразить свою признательность за возможность выступать в качестве официального оппонента в рамках столь именитого учреждения в стенах. Диссертация Кирилла Олеговича поднимает очень большой, в самом деле, интересный пласт вопросов практической детской и взрослой кардиохирургии, который имеет, безусловно, значимость не только на уровне территориального решения этой проблемы, но, безусловно, и федерального решения проблемы, и участие головного учреждения страны в решении этих проблем придает значимость на уровне государственной программы. И, собственно, это поначалу кажется, что за работу посвящена определенной, так скажем, компьютерной программе, которая позволила оптимизировать результаты лечения, наверное, самой сложной категории больных. Это детей первого года жизни, новорожденных младенцев, может быть, и с критическими врожденными пороками сердца, о которых говорил диссертант. Но на самом деле это тот самый пласт государственных программ, который позволяет, эффективное решение которых позволит, я думаю, оптимизировать лечение этой сложной категории больных и организовать так называемый непрерывный сервис from fetus to adult, известная терминология для успешного лечения и изменения прогноза данной категории пациентов в течение всей их жизни. Ну, о чем я говорю? Я говорю прежде всего о, конечно, эффективном пренатальном скрининге этих пороков. Я говорю о номенклатуре врожденных пороков сердца, отечественной номенклатуре, которая сейчас обсуждается в рамках секции неонатальной кардиохирургии. Мы говорим об эффективном взаимодействии подразделений первичного звена, так называемых неонатальных служб города и территориальных служб города со специализированными центрами. Мы говорим о пациентах выросшей группы или ГУЧ пациентов, которые рано или поздно переходят из детского подразделения кардиологии во взрослые кардиологические службы. Мы говорим о том, как эффективно наблюдать за пациентами, за их составлением качества жизни. И, в общем-то, ответить на все эти вопросы, я думаю, позволит, безусловно, не только регистр, но и, как справедливо заметил сам автор в своей работе, что регистр – это не только способ регистрации состояние больного и сухой статистический отчет и подотчетность, так скажем, с органами здравоохранения, но это перспективные исследования. Это очень важно в понимании, так скажем, будущего этого регистра не только на уровне территориальной, но и федеральной программы, поскольку позволяет и кардиологам, и кардиохирургам объективно оценивать результат своего лечения и взаимодействовать на разных уровнях звена. Что касается самой работы. Работа написана в классическом стиле, она содержит 180 страниц машинописного текста, действительно содержит очень много глав, 6 глав, 89 отечественных и 57 зарубежных авторов упоминается в обзоре литературы. Я не буду останавливаться на, так скажем, подробно, чтобы не занимать ваше внимание, на каждой из глав.
Скажу лишь, что дизайн исследования совершенно понятен, и, может быть, по этой причине автор избрал такое много, большое количество глав в описании, так скажем, объем обзора литературы и его идея, она ясна при прочтении. Ясно, что существуют проблемы не только в регистрации, но и не только во взаимодействии на сегодняшний день, о чем я уже говорил, различных служб, организации сервиса для этой категории больных. Существуют сложности, так скажем, в передаче данных, и, в общем-то, автор, анализируя в обзоре литературы опыт зарубежных коллег, не только наших, но и отечественный, но и зарубежный опыт, приходит к выводу, что не существует, в общем-то, уникального регистра, не существует уникального перспективного исследования. Об этом, кстати, говорили наши коллеги из университетской клиники Мичигана вот на недавнем выезде секции неонатальной кардиохирургии в Федеральном центре Красноярска. Кардиологи из Мичигана говорили о том, что у них так же, как и у нас, не существует эффективной программы обмена информационными данными с кардиологами, которые находятся на местах. Есть регионы, в которых пациенты, покидая госпиталь в Мичигане, уезжают за 200, 300, 400 километров от места первичной операции. К сожалению, семейные врачи или педиатры, они не в состоянии, не знают, так скажем, краевых проблем с этой категорией больных. А программ, которые бы поддерживало государство и спонсировало бы обмен данными в виде регистра перспективно ведущегося, к сожалению, не существует даже в Америке. Поэтому первые попытки решения этой проблемы, я думаю, на каком-то территориальном уровне у нас, это большой шаг вперед. Вторая глава – это материалы и методы. В общем-то, тоже понятно, с какой целью автор избрал, так скажем, достаточно обстоятельное изучение результатов лечения у пациентов, ну, скажем, старшей возрастной группы, это от 3 до 18, 18 старше 18 лет. Я думаю, это такое взаимное движение коллектива, который достаточно давно занимается хирургией профильной и лечением врожденных пороков сердца в регионе. Известный Волгоградский центр, я думаю, что просто, видимо, пришло время для того, чтобы осваивать рубежи самого сложного направления, это лечение детей первого года жизни. И, в общем-то, усилия автора параллельные в виде, так скажем, решения вопросов организационного плана, это все слилось в единое. Естественно, появилась возможность внедрения программ, которые помогли бы оптимизировать хирургическое лечение данной сложной категории больных. Я не думаю, что нужно было останавливаться столь подробно вот в третьей и четвертой главе на результатах хирургического лечения пациентов, ну, в общем-то, достаточно известных нозологии. Результаты хорошо описаны большими коллективами, как институтом имени Бакуля и другими федеральными центрами. Наверное, так скажем, больше внимания нужно было бы все-таки уделить, собственно, это и получилось у автора в виде, так скажем, рекомендаций и выводов непосредственно регистру, который, конечно, позволит, во всяком случае, территориальному здравоохранению на сегодняшний день располагать как количественными, так и качественными данными состояния больных на конкретный момент. Позволит, наверное, в перспективе, это некая такая фантазия, может быть, и реалия, инсталлировать эти программы на территории Волгоградской области. Это все-таки большой регион, 2,5 миллиона жителей, насколько мне известно, это приблизительно 100 новых врожденных пороков сердца ежегодно, это приблизительно 30 критических новорожденных ежегодно, то есть это тот регион, который, безусловно, нуждается в таком продвинутом знании и в хорошем взаимодействии служб, не только в самом Волгограде, но и, естественно, в районах, которые далеки от Волгограда, и, так скажем, недоступность помощи в городе Волжске, о чем пишет диссертант. Город Волжский всего лишь в 20 километрах, насколько мне известно, находится от самого Волгограда. Это та же агломерация. Я думаю, это некие такие субъективные особенности этого региона, которые не позволяют, так скажем, эффективно лечить пациентов в самом Волгограде. Диссертат написан хорошим языком, вот, содержит достаточное количество фактического материала. Я приду, наверное, к заключительному, так скажем, этапу своего выступления. Конечно, содержит достаточное количество статистического материала, что говорит о объективности приведенных исследований. Выводы и практические рекомендации целиком и полностью соответствуют тем задачам и целям исследования. В общем-то, соответствует тем требованиям ВАК, предъявляемым по диссертациям кандидатского уровня. Автор, безусловно, достоин степени присуждения звания кандидата медицинских наук. Спасибо за внимание. Спасибо, Марат Владимирович. Кирилл Олегович, вам слово для ответа официальному оппоненту. Уважаемый Марат Владимирович, спасибо большое, что нашли сегодня время прийти. Спасибо вам за глубокий анализ работы и за
положительный отзыв. Спасибо. Динару Шевкатову. Ничего, ничего, сейчас подождите секундочку, она должна там кое-что сказать. Придет сейчас она. Она там, две минуточки. Долго ждать придется. Может, еще куда-нибудь зайти? Ну, вот уже. Нет, она просто должна сказать секретарю. Залина, вы возьмите списочек, а пускай секретарь возвращается, она тут должна работать. И всех обзвоните, и на Ленинский проспект везде, ладно? Пускай она возвращается, спасибо. У нас по уважительной причине отсутствует второй официальный оппонент, профессор, доктор медицинских наук Миролюбов Леонид Михайлович. В нашем совете есть его отзыв письменный. Динара Шавказовна, пожалуйста, зачитайте его. Отзыв официального оппонента, доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой детской хирургии Государственного бюджетного образовательного учреждения Казанский государственный медицинский университет, главного детского кардиохирурга Минздрава Республики Татарстан Миролюбова Леонида Михайловича. Актуальность темы исследования. Врожденные пороки сердца являются распространенной патологией, являясь одной из основных причин смертности и инвалидности в детском возрасте. Следует подчеркнуть, что достоверная информация о распространенности структуры врожденного порока в сердце необходима для организации медицинской, в том числе кардиохирургической помощи пациентов с данной патологией для обоснования объема бюджетного финансирования, необходимого для оказания высокотехнологической медицинской помощи пациентов с врожденными пороками сердца. Научная новизна. Впервые на территории Волгоградской области изучена эпидемиология структуры врожденного порока в сердце у детей и у взрослых, алгоритм оказания кардиохирургической помощи, ее эффективность у пациентов с данной патологией. Впервые в регионе разработан и внедрен в практическую работу система здравоохранения Волгоградской области и региональный регистр врожденного порока в сердце. Полученные данные позволили оптимизировать алгоритм оказания кардиохирургической помощи пациентам с врожденным пороком сердца в Волгограде. Впервые получен опыт практического применения регионального регистра врожденного пороков сердца. Результаты применения позволяют рекомендовать его использование для диспансеризации пациентов. Кроме того, информация о распространении структуры врожденного пороков сердца позволит обосновать финансирование оказания медицинской помощи пациентам с данной патологией. Практическая ценность. При специальной работе результаты и положения являются значимыми для науки и практики. Впервые в Волгоградской области проанализирована распространенность ВПС и результат оказания помощи с данной патологией. Основные положения могут быть рекомендованы для передачи в различные кардиохирургические центры, занимающиеся проблемой лечения врожденных пороков сердца. Диссертация состоит из введение, обзор литературы, материалов методов исследования, трех глав собственных наблюдений, обсуждение выводов практических рекомендаций. В введении раскрыта актуальность научной проблемы, сформулирована цель и задача, определена научная новизна, ценность, основные положения приведены. В обзоре литературы представлена современная литература, данные по исследуемой проблеме. В материалах и методах представлены данные о клинической характеристике пациента с врожденным пороком сердца, проходившего лечение в Волгоградской областной больнице с 2010 по 2012 год. Представлены методы обследования, методы хирургического лечения.
В глава 3 «Эпидемиология ВПС и досос кардиологической помощи пациентам» представим подробный анализ, подробный материал об эпидемиологии врожденного пороков сердца, а также о доступности хирургической помощи пациентам с данной патологией на территории регионов. В главе 4 «Результаты хирургического лечения пациентов с ВПС на территории области» проанализированы клинические характеристики пациентов с врожденным пороком сердца детского возраста и взрослых, которым выполнены операции. Разработка в главе 5. Разработка внедрения регионального регистра ВПС на территории Волгоградской области. Подробно изложен материал о структуре регистра врожденного пороков сердца и этапов его заполнения. В главе 6. Оптимизация алгоритма хирургического лечения ВПС на территории Волгоградской области. Первый опыт применения представлен оптимизированный алгоритм хирургического лечения врожденного пороков сердца, в основе которого заложен региональный регистр врожденных пороков сердца. В обсуждении представлены основные положения работы, проведены итоги проделанной работы, обоснован итог. Автореферат полностью соответствует материалу диссертации, в том числе 3 статьи ведущих рецензируемых изданиях, и заключает, что диссертация является научно-коллекционной работой, которая содержит новое решение актуальной научной задачи – оптимизация алгоритма хирургического лечения врожденного порока сердца на основе использования регистра врожденного порока сердца, что имеет большое значение для сердечно-сосудистой хирургии. Диссертация требует Кириллова Кирилла Олеговича соответствует всем требованиям положения ВАК, предъявляемым соискание ученой степени и даты медицинских наук. Вам слово для ответа на письменный отзыв оппонента официального. Уважаемый Владимир Петрович, я хотел бы поблагодарить Леонида Михайловича за положительный отзыв. К сожалению, его сегодня нет. Спасибо. Кто хочет обменяться мнением по поводу данной работы среди членов ученого совета и присутствующих? Кокшенов, профессор Кокшенов Игорь Валерьевич. Глубокоуважаемый председатель, глубокоуважаемый Владимир Петрович, уважаемый Леонид Антонович, член ученого совета. Я хочу поддержать работу Кирилла Олеговича. Хочу сказать, что хочу подчеркнуть, что эта работа является несомненно интересной для организаторов здравоохранения, потому что разработан регистр, разработан и внедрен этот регистр, разработал алгоритм. Вот, работа очень интересная, но я бы хотел сказать, что то есть автор поставленной цели и задачи все полностью выполнил. Вот. И я хотел бы, однако, подчеркнуть, что выполненная работа, она является как бы частью одной большой проблемы, часть которой автор решил в своей кандидатской диссертации, но у него остаются еще перспективные такие направления, которые, я думаю, он должен продолжить свои дальнейшие научные деятельности. Потому что, как правильно сказал предыдущий оппонент Марат Владимирович, что проблема новорожденных и детей первого года жизни в этом алгоритме не охвачена. Поэтому это достаточно большая проблема. Как он сказал, этих больных около 100 в год рождается, 30 из них являются критическими, будут находиться в критическом состоянии. Поэтому как бы продолжение этой работы, я думаю, он себе поставит цель дополнить этот алгоритм еще исследованием этой очень важной группы больных. И после того, как этот полностью большой алгоритм будет, так сказать, обкатан, опробирован, внедрен в клиническую практику, через какое-то время, может быть, этот алгоритм можно будет уже как-то распространять по другим регионам нашей страны. И с точки зрения клиницистов я бы еще хотел сказать, так как все-таки шифр у данной работы является хирургическим, то есть шифр сердечно-сосудистая хирургия, я хочу сказать, что автор своей работы как бы на уровне Волгоградской области определил тот уровень, тот старт, с которого этот кардиохирургический центр должен начать свою работу. То есть он определил количество больных, определил структуру. Вот. И теперь нужно наращивать этому центру сложность операций, их количество, как это, например, сейчас мы видим в Пензенском центре, в Астраханском центре, как в Ленинградском центре. То есть определена основа, определен старт. Теперь нужно только работать и на основании вот этих внедренных алгоритмов оказывать помощь детям в Волгоградской области. У меня все. Спасибо, Игорь Валерьевич. Еще есть кто? Доктор Юрлов Иван Александрович. Юрлов. Глубоко уважаемый Илья Антонович, глубоко уважаемый Владимир Петрович, коллеги. Мне бы тоже хотелось поддержать диссертанта
мы с ним знакомы и обсуждали темы и части его диссертации. В основном это касалось, конечно, организационных моментов. И у самого диссертанта, и у людей, которые с ним работали, поначалу тоже было какое-то такое смешанное чувство. Вообще это клиническая работа, имеет она отношение к сердечно-сосудистой хирургии, или основной упор все-таки, акцент приходится на организацию здравоохранения. Ну и после того, как работа эта была начата, был создан регистр, и были сделаны первые шаги по его работе, выяснилось, что все-таки работа эта клиническая. Потому что, как очень правильно отмечали здесь выступавшие, это имеет отношение и к качеству диагностики, и к оснащенности тех кабинетов, где эта диагностика проводится. И квалификации врачей, которые, собственно, сидят на приеме. Есть ли там детские кардиологи, есть ли там люди, которые способны оценивать состояние взрослых больных с врожденными пороками сердца и так далее. То есть первое начало работы этого регистра выявило и проблемы, и вдруг действительно увеличило количество пациентов. Конечно, очень трудно заниматься в регионе, пускай таком большом, в общем, с хорошими традициями регионе, как Волгоградская область, детьми новорожденными и до года. Поверьте, этих специалистов нужно выращивать, их нужно привлекать, они должны находиться в каком-то правильном поле, они должны понимать, зачем и что они делают. Ну и в конце концов, очень здорово, что этим занимается Кирилл Олегович. Он действительно такой пассионарий в этом смысле. Он с большим интересом и углубленно пытается навести порядок хотя бы в каком-то звене. И защита этой диссертации должна послужить ему поддержкой определенной в этой работе. Хотелось бы пожелать, чтобы он не опускал руки, чтобы он продолжал двигаться по этому пути, и тогда этот камешек, это вот какой-то кирпичик в основании дороги, по которой, в общем-то, наверное, как мы все хотим, будет ездить отечественная кардиохирургия, будет наведен там порядок, столбики поставлены, да, знаки там и так далее. Вот этот один из первых кирпичиков, он сыграет свою положительную роль. Спасибо. Спасибо, Иван Александрович. Есть еще желающие обменяться мнением? Ну, знаете, я хотел бы два слова тоже сказать, потому что Кириллом Олеговичем проделана очень большая работа, поскольку все-таки Волгоград, Волгоградская область, она все-таки довольно большая. И, вы знаете, провести такой труд, это не так просто, поскольку когда один раз попытались провести в Москве регистр выявить, то это было лет 10 или 15 тому назад, я не помню. И когда собрали всех заведующих поликлиник детских, то оказалось, что так, ну, может быть, я не знаю, может быть, процентов 10 из них были в то время оснащены аппаратами эхокардиографии, то есть тем аппаратом, когда можно действительно реально поставить врожденный порок сердца. И потом, когда мы решили, что все-таки эти будем посылать в эти поликлиники пациентов, они сказали, так наши аппараты заняты другими пациентами. Как же мы будем? Это что, других не будем? То есть московское здравоохранение, конечно, мне кажется, в этом деле довольно-таки серьезно недоработало. И вот, видите, приходится слушать нам, с удовольствием слушать то, что сделал вот Кирилл Олегович в своей Волгоградской области. Я думаю, что регистр – это, конечно, полезное дело, нужное дело. Вот я думаю, вот также присоединяясь к предыдущим выступающим, то, что это, конечно, перспективное дело, это надо делать повсюду, и тогда мы будем иметь полное представление, реальное представление о состоянии, о количестве пациентов с врожденными пороками сердца любого возраста. И поэтому я присоединяюсь к положительной оценке этой работы, считаю, что она достойна называться диссертацией на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Больше нет желающих, да? Так.
Пожалуйста, тогда вам предоставляется заключительное слово. Глубокоуважаемый Владимир Петрович, я Лев Антонович. Я хотел бы выразить благодарность научному центру сердечно-сосудистой хирургии, его директору и моему научному руководителю за возможность учиться и подготовить данную диссертационную работу. Я благодарен ученому совету за возможность выступить сегодня здесь. Также я благодарен профессору Киму Алексею Ивановичу, Юрлову Ивану Александровичу за помощь в написании данной работы. Я хотел бы поблагодарить дружный коллектив Волгоградского областного кардиологического центра за поддержку подготовки этой работы. Также я хотел бы поблагодарить своих рецензентов и оппонентов, которые проанализировали мою работу и дали положительную оценку. И в заключение хотел бы поблагодарить свою семью за терпение, понимание, особенно своих родителей. Спасибо. Так. Вопрос передается на тайное голосование. Нам необходимо избрать счетную комиссию. Предлагаются следующие доктора медицинских наук, профессора: Иван Вячеславович Ключников, Ренат Муратович Муратов и Галина Васильевна Лобачева. Прошу, кто за то, чтобы избрать данную комиссию, прошу голосовать. Поднять руки. Кто против, воздержался, прошу приступить к работе. Нет, а это же тоже нацеплено, вот эта штука нацеплена, она просто для меня сильно хватает. Она 100% закручена. Она заключена. Не включена? Нет, включена, не жалко, зачем? Нет, да, да, ребята, не извините, правда, потому что я так люблю полез. Да, это вообще. Как одноразово? Нет, ну, в смысле, я вспомнил. Нет, это же хорошая ручка. Да, я помню сейчас. Ты видишь, какой здесь эфир? Ну, я редко помню. Владимир Петрович, я просто говорю, как можно решить вот эту проблему. Все, пришел.
Слово предоставляется председателю счетной комиссии, доктору медицинских наук, профессору Ключникову Ивану Вячеславовичу. По результатам голосования по диссертации Кириллова Кирилла Олеговича на соискание ученой степени кандидата медицинских наук. Из 23 членов ученого совета на заседании присутствовало 16 членов, роздано 16 бюллетеней, осталось нерозданных бюллетеней 7, в урне оказалось 16 бюллетеней. Результаты голосования: за 15, против 1, недействительных бюллетеней нет. Кто за то, чтобы утвердить протокол счетной комиссии, прошу поднять руки. Кто против, воздержался, принято единогласно. Нам необходимо утвердить проект заключения по диссертации. Слово предоставляется Динаре Шавкатовне. Рассмотрев материалы диссертации, диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований разработан алгоритм хирургического лечения врожденного порока сердца в условиях Волгоградского областного кардиоцентра. Предложен метод оптимизации данного алгоритма с помощью разработки и внедрения регионального регистра врожденного порока сердца. Доказана эффективность ведения регионального регистра врожденного порока сердца на территории Волгоградской области на практике. Доказано положение о том, что изучение алгоритма и результатов хирургического лечения врожденного порока сердца на территории Волгоградской области является основой для проведения оптимизации данного алгоритма посредством разработки и внедрения регионального регистра врожденного порока сердца. Применительно про проблематики диссертации результативно использован комплекс существующих методов исследования и современных методов статистической обработки материала. Изложены основные положения, выполненные в настоящее время исследований, посвященных проблеме хирургического лечения врожденного порока сердца и организации кардиохирургической службы на территории Волгоградской области. Раскрыты возможности использования регионального регистра врожденного порока сердца для получения объективной оценки эпидемиологии структуры врожденного порока сердца на территории Волгоградской области, доступности помощи в регионе, а также отдаленных результатов хирургического лечения врожденных пороков сердца. Личный вклад соискательства в сборе материалов для диссертационной работы, статистической обработки, материалы написания основных публикаций по выполненной работе, разработки регионального регистра врожденных пороков сердца. Таким образом, на заседании 27 февраля 2015 года диссертационный совет принял решение присудить Кириллову Кириллу Олеговичу ученую степень кандидата медицинских наук. Кто за что, чтобы утвердить данный проект заключения, прошу поднять руку. Кто против, воздержался, принято единогласно. Я поздравляю вас с успешной защитой диссертации, желаю вам дальнейших успехов и в науке, и в практике, и в личной жизни.